Я хочу сказать, что на самом деле вода холодная. Ну, конечно, попривыкнешь и залезешь, но вода прохладная. Такой мини-релакс. Погуляйте с нами по морю, по побережью Черного моря, в Анапе. Окунитесь в эту атмосферу южного юга, южного солнышка. Господи, ты боже мой. Солнышко сегодня в тучке. Мне это на руку. Многолюдно, конечно, да, очень так. Вон там дома построили еще какие-то новые. Ой. Небо, небо, небо. Смотрите, какой замок построили красивый. Песочек все играет. Пляж Дилуч. Катамарашки классные. Здорово, можно снять катамарашку и на ней поплавать. Зачем ты себя бьешь, мамочка? Там вот это горки, высотки остались впереди и морюшко. Ну все, я почти прошла. Ну, кстати, шезлонги практически пустые. Они все, конечно же, платные. Тут на этих шезлонгах можно столько игрушек накупить. Но море чистое. Вот в июне Черное море еще, конечно же, без водорослей не цветет камень. Смотрите, какой камень. Быть может, этот камень какой-нибудь древний. Волнишко прям приятное, конечно. Сейчас прошлась уже ногами, и уже не так холодно, можно и купаться, конечно.
Ой, я нашла выход. Видимо, там проход. Так что сейчас я, наверное, пойду уже на выход. Показала вам немножко красоты пляжного южного анапского отдыха. Катамаранчики – это моя отдельная любовь. Фотографии на память. Ну вот, считайте, я. Мы были там, да? Вот оттуда мы все это прошли расстояние. Красивое, прекрасное. Так что можно выходить. Класс. Все, пошла на выход. Надо одеть обувь как-нибудь. Сейчас я это попробую сделать. Все. Все. Спасибо. Черное морюшко красивое. Пока-пока.